Tape Ministry. Леди и джентльменам, детям всех возрастов, особенно тем, кто всегда чувствует себя молодым в сердце, за участие с нами в этом самом радостном фестивале любви и мира, в воспевании и танцах под всеблагую, самую могущественную, очень красивую и чрезвычайно сладкую Харе Кришна Маха-мантру. Воспевая Харе Кришна, мы все достигаем платформы всеобщей любви и братства, осознавая, что мы все на самом деле вечно молодые, прекрасные духовные существа, и что все мы братья и сестры. Несомненно, воспевание Харе Кришна, как мы это делаем здесь, если бы мы могли делать это по всему миру настолько долго, насколько это возможно, мы бы утвердились в золотом веке правды, где есть настоящая любовь, настоящий мир, настоящее единство всех живых существ на этой планете. Мы видим, как это единство работает здесь, в Юнионстве. Так что, пожалуйста, воспевайте Харе Кришна. Это бесценное сокровище, и оно, на удивление, бесплатно. Кроме того, польза этого огромна, индивидуально и коллективно. Эта польза потрясающая. Спасибо большое. Мы продолжим, как только выберем, кто будет вести киртан. Эта молитва Харе Кришна очень прекрасна для каждого, независимо от того, сколько ему лет, и она приносит настоящий мир и любовь не только здесь, в Union Square, а повсюду. Делает счастливым не только посреди зимы, а всегда. Пожалуйста, воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Нет никакой паузы, потому что польза огромна. Распространите это по всему городу и по всему миру. Помните это и готовьтесь к весне. А пока вы готовитесь к весне, спускайтесь со мной в метро. Это Харе Кришна Маха-мантра, на самом деле звуковое воплощение Кришны. Кришна — это имя Бога, изначальная Верховная Личность, источник всей истины, красоты, мудрости и всех хороших качеств. Мы сделаны по образу Кришны. Мы его неотъемлемые частицы. Неотъемлемая частица значит сотрудничество. У нас есть очень близкие, уникальные любовные отношения с Кришной, которые полностью трансцендентны к этому материальному миру. Мы не это материальное тело, а просто проходим через процесс рождения, старости, болезни и смерти. На самом деле мы вечны, Сачитананда, полные бесконечного счастья, совершенного знания. Вечно молодые. Магазин на той стороне улицы, навсегда 21. Много людей считают, что это хорошо, потому что в духовном теле вы никогда не выглядите старше 21. Если действовать духовно, это подтвердит нашу вечную духовную сущность любящего слуги Кришны в духовном мире. Это воспевание Харе Кришна
немедленно, очень быстро приводит нас к такой позиции. Это одновременно и средство, и цель. Это способ очищения и самый большой праздник. Чем больше воспеваешь, тем больше хочется это делать, потому что за именем идет форма. В материальном мире иллюзорная энергия не позволяет нам увидеть духовную реальность. Лилы, игры Господа, которые происходят в духовном мире. Этот материальный мир — просто его отображение. Вы хотите суть или отражение? Мы хотим суть. Суть — это духовный мир. Этот материальный мир — временное отображение. Мы вечные, поэтому не можем быть счастливы с чем-то временным. Воспевание Харе Кришны возвышает сознание, очищает наше вечное духовное чувство, дает любовь, счастье, которое мы так долго искали и разочаровались, стараясь заполучить его в материальном мире. Чем больше воспеваете, тем лучше становится. По всему миру. И это начинается прямо здесь, в Union Square. Спасибо большое. Пожалуйста, воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Настоящего мира, настоящей любви, настоящего единства по всему миру. И это начинается прямо здесь, в Union Square. Спасибо большое. Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Спасибо. Мы не созданы для того, чтобы удовлетворять наши жизненно необходимые желания, наслаждения и счастья чем-то временным. Мы должны удовлетворять их тем, что конституционально не отлично от нас самих, то есть сат-чит-ананда, вечным, а также чит, полное знание. В духовном мире не нужно обретать знание, оно уже есть, и ананда, всевозрастающее наслаждение, счастье. Итак, это Харе Кришна мантра. Самый могущественный процесс не только для практики садханы, но и для ситхи, совершенства. АБВ учат в детском саду, но АБВ — это основной принцип и для самого высокообразованного доктора наук.
основной принцип. Но эти АБВ для ребенка – это одно, а для продвинутых – это формула для высокого выражения. Эта Кришна-мантра не отлична от Сакшат Бхагавана, Своям Рупы, самого Кришны, источника всех личностей. Мы – личности. Одно определение абсолютной изначальной истины в Ведах – это то, из чего исходит все и все, причина всех причин. Итак, воспевая Харе Кришна, мы возвращаемся назад к изначальному источнику. Мы восстанавливаем свою изначальную огненную личность. Мы выйдем за пределы этого мира рождения и смерти. На самом деле, самая главная цель Харе Кришна Махамантры — это према. Но према появляется только на платформе мокши, то есть освобождения. Такая личность называется Дживан Мукта, освобожденная Дживой, духовная душа в этой жизни. Это возможно. Итак, это Харе Кришна Махамантра, это практика для очищения и пробуждения. Но эта самая мантра дает вкус на самых высоких уровнях совершенства. В то же самое время она полностью избавляет от всех проблем в человеческом обществе. Говорится, что за духовным благополучием автоматически приходит материальное. Другими словами, у нас может быть идеальный мир, идеальная гармония, идеальные отношения между всеми людьми и властями, не принимая во внимание их материальные обозначения, потому что Кришна — корень существования. Если быть сконцентрированным на Кришне, каждый возвысится до уровня, который мы обсуждали, до желания достичь совершенства. А на уровне совершенства больше нет потребности сражаться. На самом деле, в Бхагавад-гите такое состояние совершенства называется трансом или самадхи, когда ум человека полностью удерживается от всего материального. Не имеется в виду какое-то тупое инертное состояние. Медитация должна быть не на что-то безличное или пустое. Самая лучшая медитация, самые лучшие мысли — это размышления о возвышенных играх Радхи и Кришны в духовном мире. Это высочайшее совершенство. Практика йоги. Это то, что мы здесь делаем. Это называется киртан-йога. Самая главная йога. Мы видим, как популярна сейчас хатха-йога. Это очень низкий уровень йоги по сравнению с самадхи, союза с Кришной, трансцендентной любви. И Харе Кришна Махамантра — это метод достижения этого. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное трансцендентное блаженство. У нас есть духовное тело с духовными чувствами, которое намного лучше, чем этот язык, желудок, гениталии и так далее. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Это настоящая свобода в материальном мире. Другими словами, настоящее отречение — это не отказываться от чего-то, а иметь кое-что лучше. Мы дадим вам лотерею, 40 миллионов долларов. Вы выиграете. Просто дайте нам $20 из вашего кармана. Вы это сделаете? Просто дайте сначала деньги. Есть адвокат, казначей. Это настоящие деньги, неподдельные, все по-настоящему. Да, конечно, берите мои $20. Мы не хотим отрекаться от вовлечения во что-то в этом мире преждевременно, пока не получим ощутимую реализацию в духовном измерении.
Кришна говорит, я сохраняю право не открывать это каждому. То есть Кришна даст вам это, только если увидит, что вы хотите быть в полной гармонии в духовном мире. Это естественно. Так же, как вы являетесь личностью, и у вас есть чувства. Вы все меня сейчас слушаете, потому что может это иметь какой-то смысл, стоит того, чтобы слушать. Но если бы я был просто каким-то сумасшедшим человеком, вы бы просто ушли. Я не хочу это слушать. Так же и Кришна. Кришна — изначальная личность. У него есть такие чувства у нас. Мы пришли, чтобы быть в гармонии, или пришли беспокоить и бросать вызов? Если пришли беспокоить и бросать вызов, то будете ограждены от понимания. В конце концов, это хорошо. Кришна сохраняет право не открывать это всем. Но если мы искренне и серьезны, мы будем перенесены в духовные измерения. И все страхи, беспокойства, которые рождаются из отождествления себя с временным телом, которое должно умереть. Это тело должно умереть. Но мы не умираем, потому что вечно. Кришна предостерегает, что прежде всего вы должны помнить о своем духовном теле, которое намного красивее, чем это материальное тело. Оно вечно молодое. Нава Явана. Никогда не стареет. Но наделено мудростью веков. И вы обладаете очень желанными качествами святого. Нет высокомерия, нет ложного эго, нет злобы, похоти, гнева и зависти, которые мы видим в материальном мире. Каждый в духовном мире невероятно красивый, очень привлекательный и наделен замечательными качествами святого. Это нужно пробудить, осознать. Этим нужно наслаждаться, и к тому же это нужно распространять. Вот почему мы здесь. Среди всех способов делать добро другим, никто не должен быть одиноким, никто не должен быть голодным или бездомным, никто не должен страдать от смертельных болезней, таких как рак или СПИД, то, что на слуху в последнее время. Это все результаты плохой кармы. Все это будет устранено в человеческом обществе. Мы хотим принести покой в мире, давая знания о том, кем люди на самом деле являются. Не говорите бездомным. На самом деле все бездомны в материальном мире, потому что это не наш настоящий дом. Даже самый богатый человек. Говорится, что нельзя с собой ничего забрать. Но в духовном смысле можно. Можно забрать что-то с собой. Вот что мы стараемся сделать здесь. Мы пытаемся распространить эту маха-мантру каждому. И тем, кто понимает в какой-то степени ее красоту и важность, они получают огромное благо. Но даже те, кто не понимает сразу, тоже получают благо, потому что они получают агьята сукрити, неосознанный трансцендентный счет. У каждого есть духовный счет. И что бы вы на него ни положили, никогда не уничтожается. Этот большой кризис в 2008 или 2009 году. Так много людей потеряли, так много денег. Духовно такого никогда не случается. Что бы вы ни сделали, остается навсегда и приносит огромные проценты. Поэтому мы видим, что некоторые люди очень склонны к духовности, а другие нет. Это потому, что они культивировали это в предыдущих жизнях. Они насобирали 30% или 50% и родились точно на том же уровне. И собирают еще. Реинкарнация действует, но она нежелательна. Это подобно тому, как остаться еще на год в школе. Когда выпускаетесь, то все закончено. Но если не получилось, вы получаете еще один шанс. Итак, она реальна, но нежелательна. Итак, это наша миссия — распространить эту Харе Кришна Махамантру. Спасибо всем, кто участвовал сегодня. И Кришна в форме Радхи и Кришны.
Радхарани – это спутница Кришны, равна Ему во всех смыслах. Она Святая Мать, источник всех энергий. Она объединена с Кришной в форме золотой аватары Чайтани Махапрабху, распространяет Харе Кришна Махамантру и благословит вас за помощь в этом деле. Чем больше людей это делают, тем больше силы проявляется. Поэтому нам нужно чем больше помощи. Спасибо большое, мы здесь каждый день с 4 до 8. Сегодня мы пели 10 часов, начали в 2, так что получило. Сегодня мы пели до 10, а начали в 2, так что получилось 8 часов. Не обещаю, что смогу так всегда, но мы будем здесь по крайней мере 4 часа каждый день. Ministry.